Ну, я сама не видела, чтобы увозили руководителя, но мне сегодня в 8:30 позвонили сотрудники с предприятия, я находилась дома, что якобы у нас здесь проводится проверка. Приехали сотрудники СОБРа, приехали они вместе с директором сюда, это то есть с господином Ситниковым, вот. И все здесь происходило. Потом я к 12 я сама приехала на предприятие. Я видела на втором этаже то, что были вооруженные люди. Вот. И потом вот так вот. Пока никаких точных определенных данных, что происходит, мы не можем дать такого определения, потому что правком много раз обращался в органы надзора. Видимо, все-таки начались какие-то проверки. Это нормально для предприятия, значит, потому что органы надзора стали реагировать. Нас это радует, то, что начались какие-то проверки в отношении нашего предприятия. А более точными, чтобы быть, это можно вот обратиться к руководству. Там же есть у нас и юристы, и все. Они могут для вас прояснить, может быть, какую-то. А пока я сама лично ничего определенного по этому поводу сказать не могу. Я сама не в доумении, что происходит. Ну, раз началось, так началось. Все-таки, наверное, подождем пока, какие результаты будут.